Если у парня не получилось, можно над этим смеяться? То мне, конечно, приставали на самом деле. Обязательно ли уметь готовить девушке, если она хорошо играет на флейте? Ну только не как женщина, конечно, вот так не надо. Кого выберешь? Богатый, но с маленьким, или бедный, но с большим? Ребят, а перед просмотром этого видео хочу сказать, что спонсором данного ролика является мой стрим-канал, ссылочка в описании. На нем я провожу прямые трансляции каждый вечер, где я знакомлюсь с девушками, провожу с ними свидания, снимаю уже такие же интервью прям в прямом эфире. Вы будете уверены, что это не постанова. Еще проходят вечеринки в прямом эфире, вписки с эскортницами. Залетайте на стрим-канал, прямые трансляции каждый вечер, подпишитесь, нажмите колокольчик, вы ничего не пропустите. Приятного просмотра. Серёж, снимай. Серёж, сними. Серёж. Сними интервью. Привет. Привет. Как тебя зовут? Елена. Как реагировать парню, что девушка симулирует? Как реагировать? Сделать вид, что он этого не видит. Как не видит? Просто притвориться, что он этого не заметил. А в следующий раз он опять, она симулирует. Нет, парень же все равно вряд ли это заметит. Ну, если он заметит, он вряд ли за это заметит. Если он даже опытный, он вряд ли это заметит. Ты симулируешь? Часто? Это же личный вопрос. Ну, нормальный. Ты часто симулируешь? А почему? Вот зачем девушки симулируют? Зачем ты симулируешь? Чтобы кто сохранить сказал? Отношения. Я вот что-то не говорила, что я симулирую. Да все симулируют. Ну, может, ты да, я нет. Парни? Парни тоже симулируют? Я не знаю. Слушай, а вот охают парни вообще? Да. И как это, заводит или наоборот? Да. Вот парням вот советуешь, охать или не охать? Охать. Охать, охать, охать. Ну только не как женщина, конечно, вот так не надо. А ты как охаешь? Покажи, как женщина. Нет, давай, я покажу, как я охаю. Я не эталон охания, поэтому... Ну это интересно. Нет. Что нет? Это жестко. Ты вообще слышал когда-нибудь, как я смеюсь? Ну? Нет. Смеялась во время секса? Не помню. Я же блондинка, я вообще мало что помню. Хорошо, но был такой случай, что тебя что-то размешило во время секса? Да, конечно, наверное, да. И что? Это нормально. Да ничего. Это нормально. Что такого, мы же люди? Слушай, у него был настолько маленький, что ты посмеялась и разошлись. Нет, нет. Если у парня не получилось, можно над этим смеяться? Ну, при нем точно нет. Пизды можно получить. Не, ну как вариант, я не знаю. Ты поэтому в очках? Да. Тебя так именно пугал. Поэтому, да. Жесть. Я просто люблю поржать. Кто тебя втащил? И за что? Нет, слушай, мечтают, конечно, много кто. Можно ли, делая массаж девушки, повысить влажность в сухую погоду? Да. Любишь массажи? Да. Если парень делает? Слушай, ну по девушкам я вроде как... А если девушка массаж делает, это такая... Нет, пока мне только мужчина привлекает. Почему? Пока. Почему? Не пробовала с девушкой? Нет. Не сосались? Нет. Ко мне, конечно, приставали на самом деле. Ты не целовалась с девушкой? Нет. Не верю, вообще не верю. Нет. Ну, блин, в засос нет никогда. Ну, грудь же трогала? Да. Попку? Да. Какие нет, ощущения? Нет, это нормально. Ничего вообще? Вообще нет, конечно. Не мокреет ни чуть-чуть? Девушка знакомится первая, когда видит легкую добычу. Мне как-то не критично, я могу познакомиться. Вот какого хрена ты ко мне подошла знакомиться первая на стриме? Вообще-то это ты ко мне подошел. Так, не надо. Я значит, шла мимо, и ты начал подходить быстрее ко мне с камеры. Так что не надо говорить, что я подошла к тебе первая. Все равно все вырежу. Нет, я сейчас прямо очки, должна прям это вот так это делать. Ладно. Думал, я шел такой с трансляции, думаю, ты думаешь, кумир миллионов идет, вот и подошла. Что? Я думаю, опять очередной странный, ненормальный человек чудик ко мне подошел. Да? А какие у тебя вот первые мысли? Ты увидела, чувак идет, общается с камерой. Да никакие. Ну разве это ненормально? Ну, ты подумала, ненормальный какой-то. Нет, я ничего не подумала. Я просто уже когда увидела, что ты надвигаешься на меня. Кого выберешь? Богатый, но с маленьким, или бедный, но с большим? А можно богатый с большим? Нет, такого тут варианта нет. Бывают всякие варианты. Неправильный вариант. Мне подходит неправильный вариант. Да? Да. Богатый с большим? Да. Если у богатого, ну маленький. Не знаю. Все-таки размер имеет значение. Да. Серьезно? Бесспорно, да. То есть, если бы я тебе задал вопрос... Нет, конечно, техники...
Техники владения — это, конечно, важно, но размер все-таки имеет значение. О, кстати, хороший вопрос. Уговорить девушку проще с большим бюджетом или с большим желанием? Это уметь уговорить нужно. То есть без разницы, бюджет большой, маленький. Да. Можно соблазнить и Макдаком, и да. шаурму. Нам нужно просто уметь. Это называется харизма. Соблазнить шаурмой. Есть даже такой ролик. Шавухой, да. Да. Смотрела? Нет. Не смотрю. Ну ладно. Обязательно ли уметь готовить девушке, если она хорошо играет на флейте? Нет. Можно не готовить. Нахрен готовку. Вообще нахрен. Давай, Петюня. Свой человек. Ты тоже так считаешь, да? Вообще так считаю. Новый iPhone или куни? Как удивить девушку на день рождения? Ну что ты там на Мазерати копишь? Да. Например, подарить ей Мазерати. Как вариант. Ссылка на донат в описании есть. Можно подкинуть бабосика. Сережка, да побольше, побольше. Сережка, да. Кумир миллионов, ездит на старом бедре. На метро. На маршрутке. И пристегивается. Да. Вот. Чтобы было более реалистично. Ссылка на донат в описании. Поддержите бабосика. Побольше, да. На Мазерати. Да. Собираем. 4,5 миллиона не хватает. И на меня, может, он чем-то меня удивит. Тебя я удивлю в другом месте. Нет, вот те варианты, два, которые ты предложил, не подходят мне сразу. Не, можешь, конечно, iPhone, но лучше что-нибудь другое тогда. Правда, что у блондинок, вот как у рыбки, 3 секунды? Память? Да. Да. Серьезно? Как ты с этим живешь? Кто ты? Я твой муж. Ты мне каждый день делаешь горловой миньет. Пошли, да. На камеру. Кто ты? Где мы вообще? Что мы здесь делаем? Я ухожу. Я не знакомлюсь. Нет, ты не знакомишь. Я бездомный, ты помогаешь хорошими делами. Какими? Дай на Мазерати. Нет, я не даю ничего. Ты даешь бездомным. Ни на Мазерати, ни бездомным. Ладно, парни, поставьте плюс в комментариях, если вам понравилась девушка. Пишите ваши вопросы для следующих выпусков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Ну и ставьте лайк, дизлайк, если видео вам понравилось, не понравилось. Это справедливо. Ссылка на мой инстаграм в описании. Переходите, да. Там найдете и девушку тоже в описании. Донатик в описании. И... Донатик побольше. Да, чем занимаешься по жизни? Я кайфую. Знаешь, это фразу какую-то такую есть. Я просто забыла, получается, как она на иностранном языке звучит. Ты случайно сейчас ни на чем не сидишь там? Я кайфую! Нет, я тогда по-другому сидела. Ну ладно, что хочешь пожелать зрителям? Слушай, у меня тут сразу такой ступор. Боже, я надеюсь, ты это вырежешь. Конечно, вырежу. Это прямой. Да, уже вырезал. Переходите в инстаграм, ссылка в описании, там же все ссылки в инстаграме. А что ты желаешь обычно? Подожди, научи меня, я тоже хочу уметь так. Я желаю, чтобы хер стоял, и за это им ничего не было. Нет, ну я же не буду. И чтобы девушки им давали. А можешь показать им грудь на прощание? Это лучше любых пожеланий. Слабо? Чтобы вам девушки давали, и вы были достойными мужчинами. Как грудь в лифчике показать, так сразу пожелание нашлось. Все ссылки в описании. Пока-пока, ребят. Спасибо, что посмотрели. И кидайте ему побольше бабосов. Пока. Он заслуживает. Это ты по-любому не вырежешь. Это долго мы должны махать? Это хорошая там дурацкая. Маленькая, тебя вылечат. Меня вылечат. Нет, мне кажется, поздно. Поздно. Ну ладно. В конце видео хочу сказать вам, что подпишитесь на канал. На этом канале будут часто выходить видео. Стрим-канал, ссылочка в описании. А девушку из этого видео и вообще всех девушек со всех каналов, у нас два канала города Грешниц с такими же интервью, вы можете найти на Бусти, ссылочка в описании. По подписке Жулик доступны все девушки. Там соцсети девушки, фоточки, Инстаграм, ВК, Телега. Короче, все-все на Бусти. Оформляйте подписочку Жулик, и вам будут доступны все девушки со всех интервью. Переходи по ссылкам в описании, подписывайтесь на Телегу, Бусти, на стрим-канал. У нас 4 канала. 2 канала с интервью и 2 канала с видосами. Все ссылочки в описании.